Итак, друзья мои, доброе утро. Переночевали мы сегодня в таком тупичке. Но сейчас все поедем, все по порядку расскажу. Так, будем выезжать. Итак, вчера я стартанул. Стоял паузу 11 часов и рванул на выгруз. Рванул, там мягко сказать. Как рванул, так и стал в одной пробке, во второй пробке. Потом там ремонт, объезд по националкам. Ну, прежде чем на этот объезд зайти, пришлось оставить такую пробищу. Ну, короче, когда выезжал, у меня ровно был приезд 10:30. Кстати, здесь везде зоны. Я нашел хорошее место. Их два я видел. Сейчас еще одну покажу. И приехал я не в 10:30, а в 12:30. Это 11:30, 12:30. Три часа. А приехал, а там машин море, такого не было там никогда, но это просто жесть. Зарегистрировался в одном месте, потом зарегистрировался, как положено, в другом месте, и вот там встал на целых 3 часа. 3 часа с копейками я ждал вызова на весы. Потом еще на весах где-то минут, почти час стоял. Офигеть. На весы заехал. И опять встал в очередь. 15-я машина у меня. Вот здесь второе место, кстати, для паркинга. Если рано надо выезжать, можно вот здесь встать. Машина стоит перед ней. Ее не было вечером. Но я, если бы там не нашел другого, то стоял бы здесь. Но поздно пришлось бы стартовать. Поэтому как бы не хотелось. Подумал, что... Не, ну я мог стартануть еще полчаса назад. Там, куда я еду, с 8 начинает работать, я как раз сейчас должен туда и подъехать к этому времени. Вот, и короче, когда меня выгрузили, мне оставалось работать 2 часа, там, чуть больше. А дорога по националке на погрузку. Ну, сейчас тоже поеду по националке. И ни одного паркинга, ни одного, вообще ни одного. Проехал я там одну промку. Не проехал, я видел, можно было завернуть заранее и нырнуть туда. Но потом не было съезда. И нашел вот этот съезд. Вижу там с левой стороны хорошо, не темно, да? Вот чем хорошо, когда еще не полная темнота, еще такие сумерки. Можно разглядеть что-то вдалеке. Увидел там такая маленькая промзона. Сошел с трассы. Как раз сейчас я иду там, где я сошел. Вот. Я вот здесь, кстати, не сошел. Вот здесь заходил на кольцо и поехал налево. Вижу, там написано индустриальная зона такая-то. Но она маленькая, но она вся зона запрета. Крутые левые. Остановки, короче. Ну, нашел вот 2 места. Постоял. Ну так, спокойно, нормальное местечко. Пришлось задом сдавать на перекрестке, но ничего. Вечером машин нету. Крутые правые. Лучше вечером сдать задом, чем потом утром. Сдать задом, не видя, едут там или не едут. Вот. Такие вот дела. Постояли, теперь несемся на погрузку. Что дальше будет, я не знаю. Ну, я записал в СМР-ке время прибытия, время взвешивания, время начала выгрузки и депач тайм, время убытия. Пускай там Игорь с датчанами разбирается. Ну, а датчане что? Ну, очередь там очередь. Опоздал-то я не по своей вине. Там другого пути не было. Единственный вариант был, может быть, позавчера надо было взять пятнашку. Но
говорит, где ты там встанешь, давай ты стой здесь, я уже встал. Вот. Как бы так. Ну, посмотрим, что теперь там с планами. Потому что, по сути, я должен был сегодня в 6 утра на пароме быть. А мне еще до парома отсюда 460 километров. Так что я не знаю даже, где я, как я там встану. И кто знает, какая веселуха. Там один комментарий прочитал. Не знаю, суетолог. Я скажу так, мне комментарий, который мне не нравится, я удаляю со временем. Потому что я написал, объясни, почему это я суетолог. Сам ты, сам, наверное, не суетолог. Если ты имеешь в виду, что я там что-то суечусь, я рассказываю, как есть, о том, что я думаю. Я не рассказываю, ой, какая прекрасная погода, все хорошо, все здорово. И т.д. и т.п. Да, все хорошо, все здорово. Но я рассказываю свои мысли. И они у всех у нас разные. Ну, ответа не последовало. Я просто такие комментарии удалю. Если ты просто удаляешь, если просто бросил фразу, как типа, знаешь, сумничал, плюнул в лужу и пошел дальше. У меня такое на канале не проходит, потому что это моя, мой канал, моя квартира. Мне не нравится, когда пишут какие-то полуоскорбительные вещи и не объясняя, почему, что именно. Так что извини, если в следующий раз будешь писать такие короткие слова, то объясни, почему, в чем причина, почему ты так считаешь. Я могу спокойно обсудить этот вопрос. Просто суетолог. Ну, суетолог, ну и до свидания. Так, ну что я еще хотел сказать? Ну, вчера зато получилось 3 плюс 9. Хотя кому они нужны, эти 3 плюс 9, по большому счету? Я даже не знаю, мне такое ощущение, что у меня... Сегодня пятница, да, нет, какие там работают. Короче, я, по-моему, застреваю. Либо в Дании застряну, либо в Германии застряну. До Дании. Посмотрим, что они там решат. Завтра суббота, вряд ли там датчане работают. Ну и напомню, что это последняя неделя на кругах. Меня потом снимают, и я поеду домой. Когда, я не знаю, 1 мая в Европе празднуют этот выходной день или какой там у них день. Как-то так. Вот показываем тут заправку. В принципе, здесь можно было бы встать на этой заправке с туалетом. Надо, кстати, отметить заправочку. Как? Как место для паркинга. Сохранить. На заправке. У меня здесь, к слову, вообще в этом районе ни одного нету отмеченного места. Вот сейчас первое отметил, что я стоял в тупичке, что есть два местечка. Сохранили, потому что там еще показывают несколько заправок, по большому счету, но я не знаю, можно ли там стоять или нет. Он показывает через 2 километра заправка. Что, кому-то привез товар, а там оказывается дом. Нет, какая-то строечка идет.
может быть, просто из интернет-магазина. Нет, это похоже для стройки. С 30 можно ехать, и там еще радар где-то стоит. Нет, здесь еще перекресток, можно, значит, можно 50. Все, ладненько, погнали дальше. Посмотрим, что нам сегодня день покажет. Да уж, ребята. Националка, националки рознь, блин. Это ёпарасоте, как я еду. Там другой дороги нет. Офигеть. Пару маленьких паркингов было по дороге. Не, ну я бы по-любому не доехал с такой скоростью, таким дорогам. Ой, о, отвердил. Места пришлось разъезжаться с коллегами, друг другу уступал. Сначала мне уступили дорогу, потом я уступил дорогу, съезжал. Ну не на обочину совсем, а там, ну, чуть-чуть вправо смещался, он остановился, пропустил меня, так же самое потом я снова пропустил. Если там где-то ехать по большим дорогам, там я уже вижу по этому самому, был бы очень-очень большой крюк. Выбираться точно я не буду по этим дорогам. Пойду напрямки, где раньше можно выехать на бан. Что здесь такое? Какие-то колбы стоят. Мы не привыкли отступать. Уже сколько тут осталось мне? Меньше 4 километров. Все, там будем грузить какой-то бетон. Какие-то плиты. Я думаю, что получится так, что я приеду в Росток и в воскресенье сяду на вечерний паром. Там поеду где-нибудь встану в Дании, ну либо доеду уже до Коги, о, может быть, на том же месте встану, где мы с Андрюхой стояли. Потому что вечер будет, воскресенье. Посмотрим, что они там решат. И как обычно, последняя неделя начинается у меня какая-то ерундистика. По сути, я в понедельник уже в Германии. Но я погоню в Германию по-любому. Но просто я должен был бы уже в понедельник уходить с утра в Германию, я думаю. Либо в субботу вернуться в Германию. Это было бы, конечно, классно сам. Но этой погрузки я во сколько, я пол второго приехал на регистрацию, но уехал с погрузки в начале 9. Даже Андрюхин рекорд перекресток за 220 метров он один... не 7 часов, да, нет, не перебил. Андрюха тоже один раз где-то там в 10 приехал, только в 5 уехал.
теперь нам направо надо. Там что ли, там завод какой-то, ну еще так, 1,5 километра, 300 км, наверное, этот и есть завод. Пропустим. Все, проехали. А я мог завернуть. Это направо. Налево. Нет. Направо он хотел идти. Как раз нормально все. Лаусен. Где он там будет у нас? С правой стороны. Я думал, что там какой-то маленький паркинг у них есть внутри. Ну, сюда добраться, это конкретно. Сейчас будем искать. ББ Ларсон. Это какой-то Леонард Молл, это не нам. Это мне показывает слева. Это показывает справа. На плиты похоже справа. А куда мне? Блин, где мы в классе? Будем сейчас искать. Блин, ну как вовремя? Алло? Алло? Не слышу. Алло? Да. Блин, а там другого пути сюда не было, как по этим националкам. Это жестоко, конечно. Да, я только ищу, где он находится этот. Ксела Вэр Клаусик, наверное, этот. Хорошо, ладно, Игорь. Ксела. Ну, блин, сюда или не сюда? Сюда. Так. Билодинг, это лодинг. Доставка, смолы, доставка. Наверное, сюда.
Я надеюсь, потому что я до конца понять не могу. Как его знает, что дальше? Этот здесь стал зачем-то. Почему он там стал? Там еще один заезжает. Надо было подождать, за ним ехать. Фиг его знает. Я, честно говоря, я не знаю. Ладно, пойдем разбираться. Ой, жарковато сегодня. 14 градусов, ну все, загрузили. Еле с документами разобрался. О! Загрузили, закрепились, сфотографировались. Можно гнать. Так, идем на Росток, пока информации у меня нету никакой. Ну, я думаю, что я пойду на Росток. Андрюха дал мне координаты магазина. Подъеду там, остановлюсь. Прикуплюсь на последнюю недельку немножко. Ну, как минимум, блин, надо на 45-ку прикупиться. Так, а теперь нам куда? На выезд. Но не сюда точно. Надо вот сюда. План такой. Сейчас еду в Росток в магазин, потом на переправу. Останавливаюсь, стою 45-ку до воскресенья вечера. И тогда фигачу в эту самую. Где-то эксит. Здесь эксит, по-моему. Уже на Данию, переплываю Данию и все. И блин, какие-то непонятные какие-то телодвижения надо делать. А где тут Андрюха говорил, елочка? Перехожу Данию. Прохожу, останавливаюсь, делаю паузу, и потом уже с утра начинаю работать. Где тут, блин, елку он видел? Вот это, что ли? А, ну да, тут что-то типа такого есть. Надо отметить. Надо отметить, если даст. Вот так. Сохранить. Классная фирма. Ксела. Так и напишем. Паркинг. Паркинг. Ксела. Готов. Да, я его сохранил. Да, все правильно, паркинг джимы. Готово. Все. Грузят 25 тонн. Вы не думайте, вы либо меня обгоняете, я не могу так разогнаться, либо едете за мной. Тем более здесь город. Мы выскочим на... Где-то мы выскочим на 9-ю дорожку и погоним. А так все хорошо, настроение отличное. Вот если у меня получится все. Так, сейчас узнаем. Игорь звонит.
поговорил с Лешей. Короче, еду в Рослых, становлюсь, спокойно еду в Рослых, спокойно становлюсь, отстаиваю 45-ку. И где-то 6-8 сажусь на порог. Потом либо там становлюсь на паузу и уезжаю, либо поеду в сторону Коги. Я думаю, что я поеду в сторону Коги, потому что в воскресенье ночью найду это где-нибудь место. В крайнем случае, там, где мы были с Андрюхой. А сейчас будем выбираться. Надо выбираться на нормальную дорожку. Блин, ручки летают. Hey, the spa. Ладненько, идем на Росток, но с паузы. Какой у меня с телефоном, блин? Громкость. Ребята, даже не верится, неужели я сейчас выеду наконец-то на автостраду, на девяточку. Ёлки-палки. Почти, блин, я не знаю, вчера полдня куролесил и сегодня полдня по этим националкам. Ой, ну, как я и говорил, перенесли паром, вернее, зарезервировали теперь, перерезервировали, так скажем, на воскресенье 20.15. Средний правый. Нормально, нормально. 25. Мог бы и в 5 поехать, в 6 поехать. Ну ладно, как будет, так будет. Крутые правые. 20.15 поздновато, конечно. Куда надо заехать? Куда и заедем? Давай, давай, я же тебе моргнул. До Ростока мне 312 км. 344 якобы ехать, если без пробок. Ну, 54 минуты я проехал. То есть не доеду. Как это вот так-то? Тяжелая машина. Блоки. Ну ладно. Что еще хотел сказать? Кстати, хотел сказать, на погрузке. Там
Классно, там туалет есть, душевая есть работающая. Так что на будущее летом, если приехать туда загружаться, можно в душ сходить. Если там слишком упреть, спотеть. Ну так, в смысле, пришел, сполоснулся и пошел. Если там душ как бы отдельно не открывать от туалета, душ как-то писсуар и душ в одном помещении, руки мыть. А седалище там закрывается. Ну, блин, я вспомню, где-то в Италии, по-моему, там вообще, блин, седалищ таких нету. Знаете, как раньше у нас, как в деревнях. Даже в деревнях такого нету, как в этих общественных туалетах раньше. Дырка в полу. Наверное, чтобы не сидели с телефонами, не заседали. Я думаю так. А вы как думаете, зачем сделаны такие на некоторых местах? Да почти на всех загрузках там было. Да, это Италия была, Италия. Я там мрамором грузился в одном месте, в одном, потом во втором. Я обратил внимание на такую фигню. Так, ну теперь только главное, чтобы пробок не было. Поэтому погоним. А хотя, с другой стороны, если бы раньше поехать было туда, нормально было бы. Встать пораньше, если там есть интернет. Блин, интернет не могу найти. Мне, блин, где-нибудь до Ростока встать на шелке с интернетом было бы вообще замечательно. Но магазин нужен. Как-то вот так. Надо думать. Выбирать. Конечно, я могу питаться каши, дошираки ролтоны. Но хочется булочек, хочется супчика, картошечки. Это нормально, когда так хочется. Ладно, еще будем, поедем подальше, побольше. Чтобы где-то за Берлином, чтобы в пробку не попасть. Тогда уже будем искать стояночку. Разговаривал только что с деревней, и братуха из Армении позвонил, Тёмка, вместе служили. Жалко, что без этих границ не можем встретиться. Настроение поднял, такой веселый, смешной, я его помню. Да, 2 года мы вместе были, 2 года. Ну ничего, он надеется... Я надеюсь, что как-нибудь встретимся. Может быть, не в Латвии, может быть, в Беларуси, но встретимся. Обнимемся, выпьем коньячка. Ох, Тёмыч, привет тебе, спасибо, что звонишь. Да, иногда я тоже хочу позвонить, а потом забываю, времени нету, т.д. и т.п. И так как-то отодвигаешься. Когда мы с ним последний раз? На Новый год, по-моему, разговаривали. Да, на Новый год. Не на Новый год. Я был тоже в деревне, он звонил. Да, на Рождество, что ли? Ну давай, Тёмыч, если смотришь, удачи тебе. Своим друзьям привет передавай.
от меня, скажем, от Олега привет, от братухи армейского, чтоб все у тебя было хорошо. Давай. Это был чисто привет Артему Аганесяну, который находится сейчас в Армении. Ну а мы продолжаем нашу движуху, едем дальше. Едем и едем в соседнее село на дискотеку. Хорошая песня. Сейчас найду, включу и буду слушать. Ну что, ребята, стою на паузе, постоянно на паузе. Что-то много багов смотрю вокруг. Вот сейчас бус подъехал, там что-то дверь открыта. Буду, наверное, смотреть, как я буду стартовать или кто-то, или может там они кого-то остановили. Непонятно, не видел я. Сейчас поставлю молоточки, обойду вокруг машины на всякий случай. И тогда стартанем. Вот, 46 минут прошло. Мало ли, знаете, вот докопаться. Стартанул уже, молоточки проверили машины. Все в порядке. Литовца, что ли, вот эту тормознули, который со мной стоит, либо вот этого. Но я эту машину багов видел. Она там стояла по дороге с правой стороны. Наверное, кого-то все-таки взяли. Сбудищем ГМГ, телефон Ханки Тракс. Ханки, это что за город? Поехали. Посмотрим, стоит прибор у него, тахограф или нет. Не этого, этот ходил в туалет, хотя может быть его. Немецкий номер, я думаю, литовцы быстрее остановили. А может стоять и скачивают какие-то данные у кого-то. Ну нет, дверь открыта, значит они кого-то оформляют, проверяют. Может, меня сейчас снимут? А может, просто обедали? Кто там жевал? Ну, у меня там... Мне бояться нечего, по большому счету, кроме... Я говорю, там какой-то мне по правам могут... Это полиция, в принципе, это не баги. Пришел, по-моему, 40 евро штраф. Когда я там домой возвращался, меня там на скорость меня где-то поймали, получил письмо счастья, но ничего не делал. Проигнорировал. Остановят, скажу. Как я уже говорил, скажу, не знаю, я не бываю там. Тем более по простой почте, не по e-mail. Просто, знаете. Скажу так, что время не особо хочется тратить на всякие вот эти вот остановки. Меня ждет магазин, просто-таки. Сколько мне до него доехать? 98 километров. Купить покушать! Купить покушать на выходные. Я там не был в этом магазине, посмотрел, там здоровые территории, там место для фур типа есть. Фиг его знает. Может, там и фура можно стоять ночью даже? Даже не знаю. Сейчас проедем километров 5, увидим. За мной или не за мной поедут?
погода как поменялась. Было солнце, стало уже не солнце. Впереди такая. Дождик, по-моему, где-то впереди. Где-то далеко идут дожди. Ну и что, пускай себе идут. Такая мафия мельничная, да? Надо чуть потеплее сделать кабель. Нет, вроде не едут. Пока не едут. Пам-пам-пам-пам-пам. Едем, едем на дискотеку. Едем, едем, с гаража угнав победу, победу. Едем, едем, в соседнее село на дискотеку. Погнали. Подъезжаем мы, наверное, к этой всей фигне магазинной. Будем первый раз заезжать. Вот это что ли банда магазинная? Ну, я имею в виду, блин, территория большая. Будем смотреть, где тут есть возможность на паркинг. Первый раз, говорю, здесь. Через 350 метров. А, не, мне вот сюда как раз и надо. Потом на мост и куда-то туда. Андрюха говорит, что средний правый. Большая площадка здесь. Этот надо выключить, чтобы он не командовал. Потому что у него там чисто на рост идет маршрут. Я там смотрел по гуглу, да, там стоят фуры где-то на какой-то территории, блин. Типа площадка специальная, что ли, для фур. Сейчас увидим. Ребята, блин, муха тут достала меня. Я ее уже, по-моему, 3 раза убивал, она оживает. Так. Или нет, пойдем. А вот я вижу, уже фуры стоят. Сейчас направо. О, блин, нифига себе. Я понимаю, что вы тут уже многие 100 раз были, а я, блин, впервые. Так что для меня это удивительно, что такая площадка, блин, сделана даже для нашего брата. Офигеть можно. О, блин, как суперско. Сейчас мы тут где-нибудь притулимся. Главное сейчас заехать правильно, чтобы ничего нигде не сломать. Блин, узковато, я вам скажу. Приходится по бордюрам трохи задевать. Бордюрчики. Так, наверное, лучше встать здесь. О! Ладно, встанем здесь. На выезд будем что-то придумывать, как тут выезжать. Наверное, так же, как и заехал. Я так думаю. По факту я не знаю. Вот так чуть-чуть. Оставим место другу. Вон Алди я магазин вижу уже, ребята. Зашибись. Все, приехали. Алди есть, Лидла, наверное, нету. Алди, наверное, значит, фамилия только. Пойдем сходим. Все, ребята, быстренько-быстренько отоварился. Тут дофига магазина, просто, блин, не надо мне тут по ним лазить. Нет у меня желания особо. Я деньги трачу в Беларуси. Никакого ничего
Блин, если был бы еще экшен, я бы еще сходил. Но тут я что-то не вижу экшена, Лидла не вижу. Желудочков не было. Жалко, очень жалко. Ой, жалко. Вот это жалко. Но я купил, блин, ребрышек, как обычно, большую упаковку. И две упаковки, блин, курицы. Одну, блин, сложный в маринаде, правый. Другую без маринада. То есть я обеспечен нафиг. До этой самой. До Польши. А там уже будем в ресторанах питаться. Крутые правый. Так, все, теперь идем в порт. Ти-ри-ри-о. 8 километров. Погнали. Вот и дорожка в порт. Блин, придется опять мне без интернета. Или, блин, тратить последние там 6 гигабайт. Скучно будет, блин. И ходить земляков спрашивать, видосы скачать, блин, какие-нибудь. На вас, блин. Там куча поляков будет. Я бы, кстати, сейчас написал письмо Игорю, а могу я раньше ехать в воскресенье? Он говорит, да, можешь попробовать, конечно, там, блин, нет проблем. Я как 45-ка закончится, так сразу и похерячу. Извините. Чуть не ругнулся. Опять свара, да, скажем, сюда надо. Налево. Надеюсь, места там будут. Не совсем еще поздно. Перекресток за 170 метров впереди. Просто, может быть, еще на паром все не уедут. Надо будет постоять, подождать. Вот, 6-7 часов. Значит, 4 часа вечера я могу ехать. То есть на 6-часовом я могу ехать. Но вот подрывать 45-ку нельзя, потому что паром идет меньше 8 часов. Перекресток за 70 метров впереди. Есть такая фишка. Вот так. О, накупил я там, чего только не накупил. Сейчас буду пир устраивать себе. Движухи нету, блин. Может, я не туда еду, ребят? Шучу, шучу. Место дофигища, я уже вижу. Вот он. Где полиция стоит сейчас? Не вижу ни одной. А, вот есть просто местная полиция. 11X. Паркинг 11X. Паркинг 16X. Паркинг. Максимум 30 минут. Максимум 11. Вот фиг его знает. Как я тут буду стоять? 45-ку. Андрюха стоял, и мы постоим. Правда, правда? Где-нибудь там чуть-чуть с краешку.
Scandlines вот здесь. Вот туалет рядом. И вот здесь мы встанем. Ой, надо лучше вот в эту заехать.